Привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас просто масштабная вообще покупка сразу трех лошадей с приложением, потому что я решила, что если я опять буду это дело растягивать, то кончится это тем, чем в прошлый раз, то бишь ничем, потому что лошади потом слетели с телефона, с планшета, пропали, удалились, обновились, и они пропадали, и вообще... Целый год не могу купить уже тех лошадей, которых хочу. Вот, поэтому сегодня я буду покупать лошадей с трех устройств. Нет, с двух, да. Начнем мы, конечно же, с покупочки. Надо телепортироваться, кстати, в конюшню поближе. Так, сегодня у нас будет, значит, покупка трех лошадей. Это будет покупка Тракена из приложения, Мустанга еще одного из приложения и Хафлингера из приложения. Вот, надеюсь, как бы все будет нормально. Не так, как обычно. Что-то, правда, игрушка подзависла, мне это не нравится. Вообще, сейчас скоро обновление должно начаться. А раньше я не могла. Давай, не зависай. Пожалуйста. Значит, вот если вам что показывают, у меня есть приложение специальное, программа на компьютер, она называется Nox, вот, с помощью которой можно, ну, в общем, делать это что-то типа планшета на вашем компьютере. И вот в этой программе я скачала, значит, Star Stable Horses, и вот вырастила себе Мустанг, их Хафлингер и на планшете Тракене. Вот. Так, мы доедем или нет? Вот мне что-то это не нравится. Так, сейчас, значит, как раз у меня будет время, чтобы в приложении найти Тракенина. А то у меня автоматически он показал на Мустанга. Где Тракенин? Где Тракенин? Вон Тракенин. Все, на всех нажали, все. Пам-пам-пам. Так, я думаю, начнем покупать лошадей с компьютера, потому что у меня там уже все введено. Надеюсь, ничего не случится. Значит, мы заходим. Значит, скромная нежность или... Я не помню, я ее называла раньше то ли нежность, то ли надежда. Я уже забыть успела и не могла найти никак нигде фотографии исходников. Что это вообще за лошадь и откуда она взялась? Да вроде бы скромная нежность. Я так и называла. Значит, да, я уже авторизовалась. Вот. О, я даже вообще... А, как я давно ее хотела. Вообще, это, по идее, должна быть моя самая первая лошадь. Эта лошадь стоит 810 старкоинсов. У вас? Купить? Купить. Вы уверены? Да, я уверена. Па-бам! Так, теперь нажимаю на вот эту. Мустанга. Тоже покупаем. 6800. 969. Купить! Да. Yes. Так, и теперь остался в приложении на моем планшете. Вот тут нужно будет подождать, потому что там я еще не авторизовывалась. Так, сейчас. Значит, почта, пароль. Кстати, вы видели, что Star Stable сделали официальные правила для своих игроков? И это классно. Правда, я уверена, что никто не будет их читать всерьез, но я лично читала. Так, купить. Да. Yes! Сколько осталось? 5. Все. Всех купила. Всех скупила. Купила вообще все. Заходим в конюшню и ищем наших новых лошадей. Их 3 будет. 3 новые лошади. Классно. Кстати, я помню, что раньше, когда в приложении вроде бы покупал лошадь, она исчезала. А сейчас такого нет. Можно открывать рынок, продаю лошадей из приложения, уже выращено. Так. Ага, фу, не пугайте меня так. Да, у меня тут мустанг стоит бедный, я на нем вчера каталась. Так, ну, началку я... Ставить никуда не буду, она мне еще не нужна сегодня будет.
Так, а где? Они, наверное, в конце в самом? Где они? Здравствуй, моя хорошая. Наконец-то ты у меня. Я уезжать не буду, потому что, ну, это такое чувство, когда тебя в холодном море окутывает теплая волна. Я даже не верю. Я так давно мечтала, хотела, но никогда не могла ее нормально взять и купить. Призрачная мечта. Кстати, вот эту лошадь я захотела только недавно, наравне, когда покупала беговую мустанга из приложения. Я решила, что у меня есть вороной мустанг, я хочу себе белую мустанга. Но она серебристая такая, конечно. Но все-таки. И тракенин. Тракенин, беги. Тоже классно. Теперь у меня... Сколько? 2 пегих тракенина. И сколько? Много мустангов. Классно-то так. Я даже не знаю, на кого из них сесть. Посмотреть. Ну, тракенин... Нет, я знаю. Я знаю. Я сяду на ту, на которую больше... Дольше всего хотела. И поеду немножечко покатаюсь на ней. Знаете, я еще думала о том, что вот мне придется их качать, все такое. Но а потом я понимаю, что чего я переживаю? Они все уже 10 уровня. То бишь, это для меня тот уровень, до которого я качаю лошадей. Ой, немножечко глю. Лошадь идет за мной просто так. Так, надо причесочку хочу поменять. Ой, неужели это случилось? Я долго буду это осмысливать, что я наконец-то купила эту лошадь спустя год, даже больше уже, больше года я никак не могла ее купить. Это так классно. Не верится даже. Ну, давай, говорю, здесь быстрее, ну чё ты, а? Надо приложение это закрыть. Я всех лошадей купила, можно закрывать. Закройся. Видите, как все лагает? Но это лагает не потому, что приложение такое, а потому что у меня компьютер сейчас много чего. Видите, у меня и фотошоп открыт, и браузер, и скайп, и... Да, закрыть. Ой, я не могу. Это, знаете, я один раз, когда гуляла с подругой одной из клуба, я подумала о том, что, представьте, чисто вороного хафлингера, вот прям черного. Это ж вообще. О, неужели, наконец-то? Да что ж я глючит-то? Я так рада, я так просто рада, что у меня наконец-то есть вот эта вот нежная, почти бежевый хафлингер, девочка моя скромная нежность. Это так мило, и правда все лагает у меня во время записи, это я не люблю. Да, это да. Это надо долго сидеть и переосмысливать. Так. Надо сейчас теперь... Ну, почему так все сдвигается? Надо теперь пойти посмотреть мустанга. Сокращать видео я не буду, то есть все загрузочные, все остальное. Ничего не буду обрезать, не хочу. Кстати, да, сегодня у нас должно будет выйти обновление местности. Текстур, скажем так, и это очень ожидаемое вообще. Это просто самая ожидаемая вещь. Потому что они должны будут обновить. По идее, я читала, что они обновят Морланд и окрестности Фортпинта. Но они выложили скриншот, что ферма Стива тоже обновится. Мне это жутко интересно. Здравствуй, призрачная мечта. Раньше не хотела особо эту лошадь.
Но когда видишь ее у других, невольно хочешь ее и себе. Вот. Да, вот мои два мустанга из приложения. Теперь вообще супер. Классно как. Даже как-то не верится. Ну все, мне. Я в шоке. Я на седьмом небе. Но знаете, я всегда замечала, что любой мустанг выглядит круче, когда он без уздечки. Без уздечки и без седла. Просто мустанг. Не, максимум, знаете, можно фальтрап положить, но не такой вот, а вот ковбойский. Типа просто ткань положил и все. Классно-то как! Классно-то как! Я прям не могу! Ну-ка, да, ты хорошая моя. Я не знаю, чего я больше в шоке. От того, что я купила сразу 3 лошадей, или от того, что у меня очередная девочка в конюшне. Кстати, как зовут Тракенина? Я забыла. Как тебя зовут? Буйный закат, точно. Точно, ты у нас буйный закат. Идеально, кстати, имя было бы и для мустанга, но ты у нас Тракенин. Так, где? Надо поставить Вот, да. Вот у нас один Тракенин Пегги. И второй Тракенин Пегги. Идеальные кони вообще для вестерна. Не в обиду мустангам, конечно же. Ну-ка, давайте. Два пегих и в какой-то веке разный пол. Мальчик и девочка. Ребят, я жду от вас же, ребят. Вы как такие классные. Да, они практически одинаковые, но... Это посмотрели друг на друга, но они все-таки разные. И вообще, я думаю, еще потом себе купить мустанга, но вот теперь это точно чуть попозже, потому что у меня появилась идея покупки еще одной лошади, но это уже будет маленький секретик. Вот. Поэтому я даже не знаю, на кого сейчас 6 сесть. Надо вообще их отсортировать всех. Отсортировать. На кого? Давай мы на тебя сядем и будем прощаться со всеми ребятами. Смотрите, как она мило спит. Ты такой хороший, ты знаешь об этом? Фью. Я таю. Итак, ребята, спасибо, что посмотрели это видео, потому что это видео уже, наверное, должно было бы выйти уже полгода назад. Или вообще бы не могло бы не выйти, потому что когда я раньше покупала лошади, я же видео не снимала. Вот. В общем, да, мы с ней с скромной нежностью говорим спасибо, мы очень рады, что вы с нами. Вот, ставьте лайки, комментируйте видео и пишите какие-нибудь комментарии, мне будет очень приятно, и моим лошадкам тоже. Так что с вами была я, Донали, и мои 3 новые лошади. Буйный закат, скромная нежность. И я забыла, как тебя зовут, мустанг. Прости, тебя зовут призрачная мечта. Ну просто лошадь не давнее желание, а вот из новых желаемых лошадок. Вот. Так что давайте вам всем пока. Я даже помашу вам ручкой, потому что я вообще счастлива. Счастлива я. Да. Мустанг спит. В общем, до скорой встречи и ждите новое видео.